Прямо получил? Наверное. Просто, блядь, он ебаный, не надо тратить сейчас их. Ты ему передай, блядь. Еблан. Ты ему передай мои слова, что не надо деньги тратить пока, потому что после войны, блядь, после войны будут, блядь, потом разбираться, поднимать по это, степени ранения, блядь. И у кого степень ранения, блядь, первая или вторая, блядь, будут отнимать половину суммы, как минимум, блядь. Поэтому он сейчас купит нахуй машину, блядь, квартиру, а потом полтора ляма еще вернет, блядь, государство. Это, блядь, ну, не знаю ему мои слова, это вести, блядь, из фронта, нахуй. Хорошо. Потому хорошо, что у пацанена, который, блядь, в марте, короче, когда я сюда возвращался, 25 марта пацаненка в плечо ранило. Ну, легко, блядь, осколком просто чуть-чуть. И вывезли в госпиталь, короче, через пару дней, ну, через дней 5 примерно, выплатили 3 миллиона, нахуй. А через, блядь, а короче, в апреле, 29 апреля он вернулся сюда обратно. Ну, уже нормальный, типа, блядь, зажился. И у него эти 3 миллиона забрали, блядь. Аргументируют тем, потому что, блядь, он... они... потому что он вернулся. Нет, потому что ранение легкое, блядь. Потому, поэтому забрали, сказали, что, блядь, ну, это не мешает, блядь, дальнейшему ведению боевых действий. Выплачивай деньги, 3 миллиона компенсации, за что, типа, ты участвовал в боях, и больше, типа, не можешь участвовать. Из-за, ну, определенного ранения, поэтому, блядь, он рано деньги тратит. Хорошо, я ему сегодня передам, он напишет. Потому что, говорю, пацанин приехал, у него тоже ранение было, у него забрали 3 ляма. Угу, хорошо. Там же в расчете, блядь, написано, что, блядь, не спешите тратить деньги. Блядь, пускай нахуй тратить.